друзья! Вы на канале Принцесс Милана. Сегодня мы открываем 5 посылок. Давайте начнем открывать посылки. Вот эту. Телефончик. Так, это о, это же очень, ну, тут мягкий брелок, лисичка. Котик такой тут на блестяшке. Сзади к чему-то такая какая-то шуршала штучка. Дырочки. Вот тут какая-то красная, но это не алмазик, просто какая-то точка. Вот тут вот это прям гладкая. Кристаллики и тоже как, все мои глаза как точки. Вот такие тут прикольные. И лисичка такая. Тут цепочка есть. Очень прикольная. Давайте подвезем в сторону и откроем наконец следующую посылку. Вот эту. Надо вот найти. Ну, просто попробуем. Вот так вот. Это сердечко с розами. Синяя и красная. Ну, а там, слышали, что-то упало? Это Святослав уронил соску, потому что ждет своих посылок. Ой, уже выпали. Вот такие сережки. Яркие такие. Их пока вот сюда не отложим. И давайте откроем еще одни. И такие тоже красные яркие. Тоже в сторону. И наконец-то у нас осталось 2 посылки. Давайте же откроем следующую. Давайте следующая идет вот эта. Вот посылка. И она идет. Это уже Святослава, он угадал, у него сегодня будет подарочек. Так, надо это открыть обязательно. Оп. А, ты надеваешь на палец маленьким детям, которые десна, чесать десна. Такая мягкая, вот тут какие-то тычки, тут и щетка. Тычка тоже, в принципе, такая мягкая. Или так, Святослав, эти не будут десны чесать. Мы посмотрим. Давайте же откроем последнюю посылку на сегодня. Вот такую. Вот опять какое-то украшение. А вот это уже брошка. Такая красивая. Оп. Оп.
ставь лайк и подписывайся на мой канал. И нажми колокольчик, а колокольчик нужен, чтобы к тебе приходили мои новые видео. Ну, поставь дизлайк, если тебе не понравилось видео. Всем пока!